таблетки тросимид являются петливым диуретиком. Максимальный диуретический эффект развивается спустя 2-3 часа после приема препарата внутрь. Диуретический эффект сохраняется до 18 часов, что облегчает переносимость терапии из-за отсутствия очень частого мочеиспускания в первые часы после приема препарата внутрь, ограничивающего активность пациентов. Показания. Применяется для лечения отечного синдрома различного генеза, в том числе при хронической и сердечной недостаточности, заболеваниях печени, легких и почек. Применяется для лечения артериальной гипертензии способ применения и дозы применяется внутрь один раз в день, не разжевывая, запивая достаточным количеством воды. Таблетки можно принимать в любое удобное постоянное время, независимо от приема пищи, отечный синдром при хронической и сердечной недостаточности. Обычная начальная доза составляет от 10 до 20 мг один раз в день. При необходимости доза может быть увеличена вдвое до получения требуемого эффекта. Отечный синдром при заболевании почек. Обычная начальная доза составляет 20 мг один раз в день. При необходимости доза может быть увеличена вдвое до получения требуемого эффекта. Отечный синдром при заболевании печени. Обычная начальная доза составляет 5-10 мг один раз в день. При необходимости доза может быть увеличена вдвое до получения требуемого эффекта. Максимальная разовая доза составляет 40 мг, ее превышать не рекомендуется, опыт применения отсутствует. Препарат применяют в течение длительного периода или до исчезновения отеков. Артериальная гипертензия. Начальная доза составляет 2,5 мг, половина таблетки по 5 мг, один раз в день. При отсутствии терапевтического эффекта в течение 4 недель дозу увеличивают до 5 мг один раз в день. При отсутствии адекватного снижения артериального давления при приеме в дозе 5 мг один раз в день в течение 4-6 недель дозу увеличивают до 10 мг один раз в день. Если применение препарата в дозе 10 мг в сутки не дает требуемого эффекта, в лечебную схему добавляют гипотензивный препарат другой группы. Пациентам пожилого возраста коррекция дозы не требуется. Противопоказания. Повышенная чувствительность к теросимиду или любому из компонентов препарата. Аллергия на слифонамиды. Почечная недостаточность санурии. Печеночная кома и прикома. Рефракторная гипокалиемия. Рефракторная гипонатриемия. гиповолемия или дегидратация. Резко выраженные нарушения тока мочи любой теологии. Гликозидная интоксикация. Острый гломерулонефрит, Декомпенсированный аортальный и митральный стеноз, гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия, повышение центрального венозного давления, синатриальная и атриовентрикулярная блокада второй-третьей степени, аритмия, гиперурикемия, одновременное применение аминогликозидов и цефалоспоринов, детский возраст до 18 лет, беременность и период грудного вскармливания, особые условия. Пациентам, получающим высокие дозы препарата торсемид в течение длительного периода, в избежание развития гипонатриемии, метаболического алкалоза и гипокалиемии, рекомендуется диета с достаточным содержанием поваренной соли и применение препаратов калия. Применение препарата торсемид может обусловить обострение подагры, в период лечения пациенты должны воздержаться от управления транспортными средствами и занятий другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций, риск развития головокружения и сонливости.